На улице Павлодарская пути автомобилистов и дворовой малышни пересеклись. Скат ледовой горки выходит прямо на дорогу. Но, как выяснил городской дозор, опасный путь накатали не дети, а рулевые. Как притормозить опасную ситуацию? С этой горки встревожены родители, ребенок может скатиться прямо под колеса машины. Через детскую площадку автомобилисты сокращают здесь дорогу. Так легко и до беды докатиться, возмущаются жители. Когда строили горку, не переживали, ведь машин здесь попросту быть не должно. Дороги нет. Более того, проезд перекрыт столбиками. Однако автомобилисты, объезжая через двор пробки, нашли в ограждении лазейку, чем сразу напугали родителей. И очень опасно, машину можно сразу не заметить. Я сколько раз свою дочку ловила, вот идем в садик с ней, говорю, мама, можно прокатиться? Смотрю, ну, катись, говорю, машин нету. Только скатывается и машина из-за угла, и сразу ее не заметишь, самое страшное. Только днем на горке относительно безопасно. В чистый пик движение такое, что двор не перейти. За помощью Алена обратилась в ГИБДД. Сразу же в тот же день, как я позвонила, приехал инспектор, посмотрел, да, говорит, действительно нужно закрывать. Ну, так как проезд вот тут вот был, навалили снежную кучу, чтобы машины не могли проехать, закрыли. Однако через пару дней движение возобновилось. Автомобилисты нашли другой объезд. Детям опять угрожает опасность. Мы обратились в управляющую компанию. Коммунальщики пообещали окончательно перекрыть проезд. К тому же с жителями этот вопрос уже согласован. Мы сейчас делаем вал вот здесь. Вот еще один вот рядом с этим валом, чтобы проезда сквозного не было здесь. Его тут и не должно быть. Вот, а весной уже будет сделано ограждение придомовой территории. Дома 52-го. Если ваш двор превратился в проезжую часть, следует обращаться в управляющую компанию. Но сначала, как собственникам жилья, вам необходимо на общем собрании решить, как именно вы намерены остановить поток транзитных машин. Юрий Шумков, Андрей Снопиков, «Городской дозор».